Одно из отдаленных, но все же наше бутовское поселение также встретило лето на веселой праздничной ноте. 1 июня, в День защиты детей, в одном из дворов Бутова парка была развернута большая площадка. Народ созывали веселой музыкой и приглашали принять участие в праздничной программе. Одним из организаторов стала Видновская дирекция киносети и телеканал «Видное ТВ». Мы тоже не хотим оставаться в стороне. Мы хотим поздравлять наших детей, дарить им радость. Мы приготовили сегодня для жителей нового микрорайона целую игровую программу. У нас есть замечательные призы, у нас есть замечательные игры. Ну а что из этого выйдет, мы посмотрим, потому что опыт у нас первый. Ну а перед началом праздника мы решили раздать газету «Видновские вести» всем желающим. А желающих почитать местные новости набралось большое количество. А поинтересуемся, что это такое есть, и посмотрим, может быть, даже на будущее выпишем. Не, между прочим, можно узнать о многом, что творится в нашем Ленинском районе. Про всякие мероприятия узнавать, про какие-то открытия новых мест. Очень интересно. С началом детских каникул стал вопрос о необходимости профилактики мероприятий, направленных на контроль знаний детьми правил дорожного движения. Проверка знаний представлена в игровой форме. Я главная героиня. Меня зовут Пеппи. Я играю на дороге, не зная сама того. И добрый дядя Степа хочет мне помочь, научить меня всем правилам дорожного движения. И по мере всего спектакля он этим занимается. Вместе с ребятами они мне активно помогают, подсказывают, что я сама не знаю. И в конце спектакля мы все вместе все повторяем и, надеюсь, уходим с знаниями домой. В бутовском поселении дети увлечены занятиями в различных кружках. На празднике были представлены работы местных мастеров. Две выставки привезли. Выставку «Декупаж», так называемый, то, что дети делают вместе с руководителем кружка, и выставка ИЗО, изобразительное искусство, то есть те дети, которые у нас занимаются в кружке рисования, вот они здесь представили свои рисунки с подписями. Самым интересным на празднике для ребят стали конкурсы. Победителям вручались призы, сертификаты в клуб «Солнечный путь», в кинотеатр «Искра», а также сертификат на экскурсию на телеканал «Видное ТВ». Ведущие мероприятия подготовили несложные, но занятные задания. Участники конкурсов надували шары на скорость, клеили смешные рожицы и отгадывали загадки. Победители получали сладкие и ценные призы. Место пригласительный кинотеатр «Искра» на мультфильмы 3D. Первое место – это опять сертификат в образовательный центр. На этом празднике детей были только улыбки и хорошее настроение. Екатерина Чернышова и Иодамия, «Видное ТВ».